Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, вы на канале «Фокусы от моряка». И в сегодняшнем видео мы будем с вами делать очередной очень роскошной колоды, которую я давно хотел себе прикупить и продавать в своем магазинчике, получить свою коллекцию. Это колода B Silver Stinger. То есть все мы знаем наши легендарнейшие и любимые бишки с пчелками на рубахах или без пчелок на рубахах, но пчелка на обложке всегда есть. А это вышло такое вот, ну уже давненько, специальное издание колоды B, которое называется B Silver Stinger, то есть серебряное жало. Обратите внимание, как клево и круто смотрится эта колода. Вот знаете, хочется вот прям открыть какой-нибудь сундук с сокровищами, а там вот и золото, серебро, и сверху вот эта колода B Silver Stinger лежит. И вот берешь только ее и сваливаешь. Ну, еще золотой слиток, конечно, прихватываешь. Итак, смотрите, давайте поглядим на эту колоду. Кстати, да, всем, кому понравится колода, хочу сразу сказать, вы ее всегда можете купить в моем магазинчике карт моряка. Ссылку я оставлю в описании на эти карты. Мой магазин сейчас также присутствует и на Яндекс.Маркете, и на Озоне, поэтому на все три магазина, на все три места на эту колоду я оставлю ссылочки. Переходите, смотрите, где вам выгоднее, там покупайте. Итак, друзья, колода B Silver Stinger. Что мы видим? Во-первых, это черный цвет, белые надписи и серебристые такие вот канты, украшения, изображения пчелы. Выглядит охренительно. Собственно, камера, в общем-то, нормально все это дело передает. Выглядит просто роскошно. Здесь у нас сбоку красуется такая надпись, что это United States Playing Card Company выпустила эти картишки. Ну, в общем, там бла-бла-бла. Снизу B Cambric Finish, то есть это классическое покрытие бих. Здесь надпись Diamondback Silver Stinger. И здесь вот сзади такая вот рубаха. Ну как рубаха. Задняя сторона колоды, которая точно так же является рубахой. Здесь вот изображены вот эти вот наши соты, как обычно на бихах. И здесь такая вот эмблемка, точнее липучка вот эта вот кругленькая, да. И надпись Special Edition, то есть специальное издание и изображение пчелы. Ну что ж, давайте откроем эту колоду, посмотрим, что там внутри. Здесь, кстати, надпись у нас сверху Standard Size Silver Stinger, то есть стандартные размеры. Ну, собственно, здесь, как обычно, предупреждение, что B Design, B Logo, To Speak, бла-бла-бла, джокеры, в общем, все является собственностью конторы United States Playing Card Company. То есть сама коробочка внутри вот такая вот черненькая, так вот она прикольно поблескивает. Ну, в общем, шикардос, друзья мои, смотрится просто шикардос. Давайте в первую очередь, конечно же, затянемся данной картишками. Мамочка, ух, так и сожрал бы этих бих я. Итак, друзья, давайте посмотрим в первую очередь. Смотрите, джокеры. Джокеры те же самые клоуны, которые летят на пчелах. Держат в руках свою какую-то штучку. Надпись United States Playing Card Company, Made in USA. Один джокер красный, другой черно-белый. В общем, все как положено. Сразу глянем на рубашку. Рубашка у карт вот такая вот шикарненькая. Просто здесь вот не просто изображение сот, а еще такой вот черный кант. И он, знаете, так вот как градиентом перетекает в рубашку. Ну, в общем, смотрится шикарно. Просто офигенно. Далее давайте глянем, у нас пиковый туз, ну это классический туз колоды B, собственно, как мы здесь видим, улей, летающие пчелы, Consolidated Dougherty 92, в общем, все то же самое, что на бихах, только черное, серебристое и белое. Собственно, сами изображения карт, смотрите, здесь не только индексы, добавлены еще изображения пчелок, да, и одна из мастей у нас идет вот с такими вот, как их, с изображением сот вот таким вот образом. Так, давайте далее посмотрим. То есть тройки, то есть это все на всех картах так сделано. То есть одна из мастей с добавлением какого-то рисуночка. Ну, смотрится клево. Индексы такие же, собственно, шрифты все то же самое, единственное, изменена расцветка. Обратите внимание, какие здесь валеты, дамы, короли, это просто шик, то есть сделано они просто офигенно, такой серебристо с белым, ну, смотрится просто клево. Вот любители черных колод, если у вас таких карт нету, блин, ребятушки, быстрее берите их себе в коллекцию, пока такие еще есть вообще в наличии.
Итак, двойки, тройки, в общем, красная масть тоже сделана такой темной, смотрится очень круто, черная такая, темно-красная на черном фоне, смотрится просто бесподобно. Собственно, валеты, дамы, короли, также опять крестовые масти пошли, король, дама, валет, да, это у валета даже здесь какие-то конты черные есть. И, собственно, пошла масть на убывание. Вот таким вот образом. И у нас осталась червовая масть, то есть то же самое. Короли, дамы, валеты, все это, значит, старшие карты. Старшие карты, стандартные лица. И, собственно, десятки, девятки, все это на убывание. И завершается все тузом. Конечно же, даблбэк. И пустое лицо. Вот такие вот карты. Давайте посмотрим, как они в действии себя покажут. Ну, бихи всегда я очень уважал. Отличные карты. Да, тасуются они превосходно. Веерятся тоже. Ленты тоже. Раскладываются вообще без проблем. Рифл давайте на столе проделаем. О, мамочки, какая красота. Ой, какая лепота. Да, прикольно делается. Так, давайте фара сделаем. Если карты делают хорошо фара, значит карты супер. Да, залазивают вообще отлично. Ну, верхушка упала, это ни хрена страшного. Да, то есть, пожалуйста, можно разложить их, сложить. Таким вот макаром. Да, все наши тасовочки, там какие-то мелкие флориши, крупные флориши, все это делается хорошо, да. Карты, конечно же, еще скользят немного, но скользят нормально, то есть они должны скользить. То есть, да, то есть можно по-всячески там покрутить, перевернуть. Да. Цепкость, конечно, еще надо наработать, потому что они новенькие. Но, в общем, карты классные, друзья. То есть веера, все, там даже спальмировать их можно без проблем. Вернуть в колоду. В общем, друзья, картишки клевые. Би, Сильвер Стингер, оно же Биха, Серебряное Жало. Напоминаю, перекупить вы можете в моих магазинах. Ссылки я оставлю в описании. То есть основной магазин, плюс Озон и Яндекс.Маркет, все будет в описании. Клевые карты, друзья, я обязательно оставлю их в свою коллекцию. Очень четкие картишки от конторы Би. Ну а на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. Я прощаюсь с вами и да хранят вас боги моря и небес. Пока-пока.